Центральная избирательная комиссия Узбекистана организовала встречи с международными наблюдателями, которые будут следить за выборами депутатов Законодательной палаты Олий Маджлиса и местных кенгашей. На встречах присутствовали представители различных международных организаций. Председатель ЦИК также встретился с заместителями генеральных секретарей Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств. На встрече было отмечено, что выборы этого года пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Организаторы выборов подробно рассказали об особенностях этой системы, а также о новой цифровой платформе ESILOV, которая используется для упрощения процесса выборов. Нам подробно рассказали, во-первых, о системе, законодательстве, во-вторых, о тех новшествах и реформах, которые проходят сегодня как в политической системе Узбекистана в целом, так и организации и проведения выборов. Впервые в истории данные выборы в Законодательную палату Олий Маджлиса проходят по смешанной системе. А при этом все 5 политических партий, которые изъявили желание участвовать в выборах, все были допущены к выборам. Кроме этого, в избирательном законодательстве Узбекистана уделяется большое внимание к гендерному вопросу. Оценка самому процессу выборов дается с точки зрения, первое, соответствия международным обязательствам того или иного государства и соответствие национальному законодательству того или иного государства. Поэтому мы подходим с точки зрения соответствия вот этим двум основным параметрам. Наша миссия насчитывает 15 человек, которые будут распределены по группам, 6 групп. И каждая группа будет иметь, так сказать, свой первоочередной список избирательных участков, которые намерены посетить. А также после выполнения первоочередного плана неофициального группы наблюдателей будут сами уже определять дополнительно, какие участки они планируют посетить. На встрече нам предоставили подробную информацию о ходе избирательного процесса. Мы видим, что Центральная избирательная комиссия Узбекистана провела большую подготовку при сборе и анализе статистических данных, касающихся предстоящего важного политического события. В Узбекистане за достаточно короткий период времени успешно реализованы важные политические реформы. В частности, внедрена смешанная избирательная система в парламентских выборах. Для сравнения, в некоторых странах реализация таких политических реформ заняла достаточно долгое время. Наша миссия – наблюдение за выборами и в других странах. И могу сказать, что Узбекистан за короткий срок продвинулся вперед в избирательной системе. Были внедрены такие системы, как ЕСАЛЕ. Это смелый шаг к инклюзии. В день выборов 8 наблюдателей от Организации тюркских государств будут вести свою деятельность в Самарканде и столице. Международные наблюдатели отметили, что подготовка к выборам и их проведение организованы Центральной избирательной комиссией Узбекистана по закону и в полном соответствии с международными стандартами.